Если буква «е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Люди, которые имеют букву «р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Буква «е» считается символом естественности и гибкости. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Данному имени приносит удачу цвета солнца – золотой, желтый, бронзовый. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. В основном носители таких имен – это лидеры и вожаки, не приемлющие никакой власти над собой. Всегда готовы бороться за то, чтобы быть независимыми. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Этим людям характерна внимательность к жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.